Добрый день! Вы на канале 18 суток. Сегодня я хочу вам показать один из способов посадки томатов. Вот смотрите, это томаты, которые растут в открытом грунте. Они ничем не накрыты. Сейчас температура где-то в пределах 37 градусов. Если на открытом солнце, градусник зашкаливается за 50. Посмотрите, как выглядят томаты. Листья поскручивались от жары. Вот такая вот печалька. Вот, смотрите, в каком они состоянии. А теперь я хочу вам показать томаты, которые выращиваются в междуряде кукурузы. Этот способ мои знакомые подсказали жители соседнего села. Они так уже много лет выращивают томаты. Так что сейчас пойдем, я вам покажу. Для томата в открытом грунте лучше, конечно, использовать вот такую вот затеняющую сетку. 45% затенения. Вот здесь вот накрыты огурцы. Вот такими вот дугами. Вот смотрите. Она затеняет хорошо. Томаты не будут выгорать. А вот наши помидорчики. Вот небольшие рядки кукурузы. Вот томаты. Смотрите, уже краснеют. Вот так вот высаживается рассада томатов. И в междуряде сеется кукуруза. Вот смотрите, красота какая. Нигде ничего не горит. Все чувствует себя великолепно. Как раз и томаты у вас будут. И молодая кукуруза. Вот, даже посмотрите. Все, что выходит за кукурузу, обгорает. Вон листья погорели. Все, что дальше, все чувствует себя великолепно. Но и здесь то же самое. Вот один кустик вышел, и листочки сразу у него пообгорали. Ну, хотя он чувствует себя намного лучше, чем, к примеру, в открытом грунте. Вот такие вот, ребята, томаты. Смотрите, красные есть там, покрасневшие. Вот такие небольшие рядочки. Моя знакомая говорит, что это очень хороший способ. Надо реже поливать, не нужно их пропалывать, окучивать, потому что очень сильно жарко, томаты выгорают, просто выгорают. Вот смотрите, как чувствует себя, ну, немножко сеном притрусила их, чтобы не так пересыхали. Вот такой вот классный способ. Советую взять себе на заметку. И до новых видео. Всем пока.